Цены на яйца, развитие селекции и еда из насекомых – эти темы стали центральными на прошлой неделе. Доброго дня, друзья! Вы включили обзор главных аграрных новостей. И в ближайшие 10 минут мы расскажем, что интересного случилось за неделю. Не зря этот выпуск выходит в понедельник, ведь завтра, во вторник, в Краснодаре откроется выставка «ЮКАГРА». Мы будем ждать вас в 10:00 в зале 1-2, чтобы обсудить важную тему – зерно и деньги, приоритеты затрат на озимом поле. Эту дискуссию мы проводим совместно с Национальным центром зерна имени Лукьяненко. Но будем обсуждать не только технологию возделывания пшеницы, но и рентабельность. Наш специальный гость, глава аналитической компании «Агроспикер» Виталий Шамаев, выступит с докладом «Рынок зерновых и масличных в плену ограничений». И, как всегда, поддержат дискуссию практики, успешные агрономы, которые не скупятся поделиться своим опытом. Приходите, будем вас ждать. На прошлой неделе достигла апогея история с ростом цен на куриные яйца. Этот продукт дорожал в течение всего года, но в последние несколько недель особенно резко. По данным Росстата, в октябре по сравнению с сентябрем цены на яйца повысились на 13%, а с начала года десяток яиц подорожал на 18,7%. В годовом выражении – на 24%. Причем яйца дорожали неравномерно в разных регионах России. Росстат сообщил, что в 14 субъектах рост цен на яйца за месяц составил от 20 до 40%. Федеральная антимонопольная служба начала проверку крупнейших производителей яйца на предмет сговора. Сейчас в ведомстве анализируют обоснованность оптово-отпускных цен. Одновременно с этим правительство работает над мерами, которые должны стабилизировать рынок. Так, Минсельхоз предлагает ввести запрет на экспорт куриных яиц и одновременно с этим увеличить их импорт. А Минпромторг настаивает на том, что торговые сети должны заключать с птицефабриками долгосрочные контракты на поставку яиц. Птицефабрики, в свою очередь, говорят, что цены на яйца растут, потому что все дорожает. При этом есть сезонность, когда наступает высокий спрос. И в это время предприятия пытаются заработать, чтобы перекрыть низкую рентабельность предыдущих месяцев. Так объяснил порталу agrobook.ru генеральный директор птицефабрики «Новороссийск» Владимир Мехитарян. По его словам, средняя цена реализации яиц составляет 67 рублей за десяток. Контрактное яйцо идет в торговые сети по более низкой цене. Бизнесмен отметил, что птицеводы зачастую вынуждены брать на развитие обычные коммерческие кредиты. И повышение ставки Центробанка тоже повлияло на себестоимость яиц. Но в этом вопросе производителям бройлеров, кстати, Минсельхоз уже пошел навстречу. С 1 декабря они смогут получить льготные инвесткредиты на приобретение техники и оборудования, а также строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов. Рост цен на мясо кур в октябре, кстати, резко замедлился. За месяц цены поднялись в среднем всего на 3,7%. Причем в 5 регионах, сообщает Росстат, цены даже немного опустились. Но потребители вряд ли это заметили, потому что в годовом выражении мясо кур подорожало более чем на четверть. Рост цен на мясо кур и яйца может быть связан с чем угодно, но только не со стоимостью кормов. Птицеводы признаются, что шрот в этом году немного подешевел, ну а пшеница тем более. По традиции приводим средние цены на пшеницу, которые еженедельно публикует портал «Поле.РФ». Как видите, за третий класс по-прежнему не получить больше 15 рублей. И то, если вы сами довезли пшеницу до портов Новороссийска. В регионах цены значительно ниже. И особенно смешные цены на фуражное зерно. 6 тысяч рублей. Такова цена 5 класса в Самарской области. Аналитическая компания «Совыкон» отмечает, что за последние 3 месяца тонна пшеницы 4 класса подешевела на 21%. И теперь ее средняя цена 11 075 рублей. Впрочем, «Совыкон» пишет, что в ближайшее время цены на пшеницу могут развернуться на фоне высокого спроса и сокращающегося предложения. В телеграм-канале «Совыкона» глава компании Андрей Сизов признался, что запас прочности у российского растениеводства оказался выше, чем он ожидал. Но, тем не менее, вопрос серьезного падения сбора зерна никуда не делся. На фоне низких цен не приходится говорить о сохранении тех урожаев, которые собирает Россия в последние годы. И в этом показательны данные по Ростовской области. Не только на востоке, но и на севере региона велика доля полей, где озимые были посеяны без удобрений.
При этом надо сказать, что цены на удобрения снизились. Но, видимо, аграрии считают, что выручка, которую они получат от продажи озимой пшеницы, не покроет затрат на эти удобрения. В 2023 году большая часть площадей, на которых выращивалось зерно, стала убыточной для производителей. Так написал в своей колонке в российской газете депутат Думы Ставропольского края Петр Короченко. Парламентарий констатировал, что производственные ресурсы, которые были накоплены в 2014-2021 годах, на большей части территории страны уже исчерпаны. И сегодня стоит выбор – либо сельское хозяйство будет развиваться, а Россия останется великой аграрной державой, либо нас ждет очевидное уже сейчас разорение предприятий. В условиях, когда основные культуры теряют маржинальность, аграрии пытаются заработать на нишевых. И здесь стала возникать интересная кооперация. Хозяйства объединяются, чтобы делиться опытом выращивания и сбыта нишевых культур. Такого рода клуб производителей чечевицы возник вокруг фермера Артема Тутова из Песчанокопского района Ростовской области. Артем Тутов, глава хозяйства ООО «Агро», занимается семеноводством чечевицы сорта «Донская краснозерная», а заодно помогает другим аграриям ее возделывать и выгодно продавать. По рентабельности данная культура выходит, я скажу, на протяжении 3 лет, она в 2 раза рентабельнее гороха, но как предшественник ничуть не хуже. Мы в этом году продавали семена чечевицы на общую площадь 2700 гектар сельхозтоваропроизводителям. Пенза, Оренбург, Новосибирск, Белгородская область. Это то, что не районировано, но все равно люди сеяли и получали и получают хорошие урожаи. Мы не только своим клиентам, но и в принципе нашим коллегам, сельхозтоваропроизводителям, кто обращается за помощью, предоставляем базу наработанных контактов экспортеров, либо же переработчиков. С реализацией данной культуры проблем нет, потому что она экспортируется в дружественные страны преимущественно. Ее любят турки, Иран, Арабские Эмираты, и туда она и едет. Все желающие могут примкнуть к этому чечевичному клубу посредством телеграм-канала. На прошлой неделе в публичном пространстве резко возобновились разговоры об отечественной селекции и о локализации производства семян. Отчасти это было связано со стратегической сессией по продовольственной безопасности, где премьер-министр Михаил Мишустин заметил, что нужно закрыть запросы аграриев нашими российскими семенами. Все регионы тут же поспешили ответить, что работают в этом направлении. Например, Краснодарский край отчитался, что за последний год на Кубани доля семян кукурузы российской селекции увеличилась с 30 до 50%, а подсолнечника – с 25 до 40. И что интересно, 40% площадей под сахарной свеклой в следующем году также будет засеяно российскими семенами. Ростовская область от своего соседа ни на шаг не отстает. Замгубернатора Константин Рачиловский сообщил, что доля посевов кукурузы с использованием российских семян выросла за год с 44 до 60%, а подсолнечника с 16 до 40. За 2-3 года порог продовольственной безопасности, который составляет 80%, будет преодолен, сказал Рачиловский. Но по-прежнему возникает вопрос с формулировками. Что считать российскими семенами? Потому что ряд зарубежных компаний активно переезжает в Россию и готовят уже здесь семена гибридов. Например, компания «Лимагрен». В этом году план не только выполнила, но и перевыполнила. Локализация по кукурузе у нее составляет 100%, а по производству семян подсолнечника хотели достигнуть показателя 80%, но достигли даже 85%. По сравнению с прошлым годом, «Лимагрен» нарастила площади под родительством формами подсолнечника в 7 раз, а под кукурузой в 2,5 раза. В следующем году компания даже намерена открыть в Россию свою селекционную лабораторию. Так что знаменитые гибриды типа LG45 или LG5542, скорее всего, будут считаться уже не французскими, а российскими. В следующем году на программу 1432 добавят 6 миллиардов рублей. На прошлой неделе депутаты Госдумы во втором чтении приняли проект федерального бюджета, согласно которому финансирование программы увеличится до 8 миллиардов рублей.
С одной стороны, эта новость, конечно, радует, потому что 8 миллиардов лучше, чем 2 миллиарда, которые изначально были заложены на 2024 год. Но с другой стороны, производители сельхозтехники настаивали на том, что объем финансирования нужно увеличивать до 15 миллиардов рублей, чтобы обеспечить стабильный спрос на технику. А с этим, говорят эксперты, в России сейчас беда. Глава Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александр Алтынов сообщил журналу Forbes, что по итогам 2023 года рынок агротехники в физическом выражении может сократиться на 20-25%. Исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев, в свою очередь, добавил, что за последние два года техника подорожала на 30-50%. Примерно половина парка самоходной техники в России старше 10 лет и требует обновления. Санкеев также заметил, что есть сложности с запчастями, особенно с тормозными колодками, фланцами, подшипниками и гидравлическими системами. Но, быть может, и эту проблему российская промышленность со временем решит. Весь прошлый год мы наблюдали, как машиностроительные заводы меняли зарубежные комплектующие на отечественные. И этот процесс продолжается. Например, на прошлой неделе правительство Саратовской области сообщило, что местное ООО «Саратов-дизель-аппарат» будет поставлять Минскому тракторному заводу клапаны управления для тракторов «Беларусь» 3522. Новые компоненты российского производства заменят немецкие клапаны «Bosch Rexroth». Последние две недели в России бурно обсуждались насекомые. Но не те, которые вредят, а те, которых едят. Сначала в эфире федерального телеканала показали фермера из Ставропольского края Антона Стокоза, который, как утверждалось в сюжете, уже два года разводит сверчков для последующего производства муки. Предприниматель отмечал, что в сверчковой муке содержится до 75 граммов белка на 100 граммов продукта, а железа в сверчках даже больше, чем в говяжьей печени. Так что из этой муки предлагалось печь кондитерские изделия. Интересно, что в начале года мы смеялись над Европой, где вступил в силу закон, разрешающий употреблять в пищу сверчков. Но после сообщения об аналогичных фермах насекомых у нас в стране стало совсем не смешно. А вдобавок сюжет о сверчках вышел в эфир как раз после шумихи с ценами на мясо птицы. Масло в огонь всеобщего недоумения подлило правительство России, которое буквально в эти же дни сообщило об отнесении к сельскохозяйственной деятельности разведения мух «Черная львинка». Если печенье сверчков еще можно было проглотить, то сочетание мух с котлетами россияне были не готовы переваривать. К счастью, Росрыболовство всех утешило. Оказывается, черной львинкой предполагается кормить не людей, а животных, в рационе которых мука из черной львинки может заменять рыбную муку, из которой, кстати, производятся рыбные корма. Поэтому, друзья, сохраняйте спокойствие. Есть сверчков никто не заставляет. А если в преддверии рождественского поста вы ищете альтернативу мясу, то переходите на котлеты, например, из нута и чечевицы. И поддерживайте таким образом тех, кто выращивает эти культуры. На этом наш выпуск завершен. Ждем вас на Юкагро. Напомним, что наш стенд номер 9 находится в холле павильона номер 1. Мы будем разыгрывать наши фирменные футболки. Ну и вообще будем рады с вами пообщаться вживую. До новых встреч, друзья. Увидимся в декабре.